Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена, рада вас всех приветствовать на моем канале. Дорогие мои хейтеры, и вам сегодня от меня очень такой большой пламенный привет. Знаете, я вот посмотрела свои видео, старые видео, новые видео, почитала комментарии и пришла к выводу, что я обделяю своих хейтеров во внимание. Да, многих просто-напросто блокирую, удаляю, вот, но... Сегодня я решила исправить эту ситуацию и пожелать всем моим хейтерам здравия, процветания, удачи, здоровья. Всех вам благ, мои хорошие. Да, я такая глупая, да, я такая дурная, я такая шебутная, я такая непостоянная. У меня что-то с головой не в порядке, но вы-то лучше знаете, правда, что у меня и как у меня происходит в моей жизни, вот. И я очень надеюсь, что у вас такого никогда не произойдет. Вот, что самое интересное. Мне до того это все смешно, а мне до того это все потешно. И я просто решила сегодня высказать вам свое восхищение. Вы просто у меня большие молодцы. Вот, и если бы не было вас, мои, вы дорогие хейтеры, то, значит, мой канал бы так не развивался. Я, знаете, думала как, что если меня обозвали там какой-то немощной или там какой-то небывалой, недалекой, вот, то это все хрень собачья, вот. Но когда меня человек, допустим, назвал, ты такая дура, что такой свет не видывал, я дура. Вы умные, хейтеры умные. Вы самые умные, самые полезные на YouTube. На YouTube вы самые полезные, потому что если бы вас не было, то, знаете, не было, наверное, и YouTube. Вы думаете, что вы самые такие грамотные все. Вы думаете, что вы такие все самые полезные. Без вас просто мир перевернется, то это да. Но я лично так считаю, что хейтеры нужны на любом канале. Вот, видите, я вас как бы благословляю на любой канал. Хейтеры нужны на любом канале, потому что без них канал будет мертвый. Мертвый, да. Даже если будут любимые подписчики, которых я очень сильно люблю, вас, мои хорошие. Я вас всех люблю, мои дорогие подписчики. Вот, но хейтеры этот... Тот контингент, значит, людей, которые приходят на YouTube, чтобы насрать, нагадить, сделать такую, знаете, такую вонь на канале, которая также нравится многим зрителям. Вот. Если не будет хейтеров, то канал просто-напросто пустой. Вот и все. Я считаю так, что на моем канале их достаточно. И знаете, мои хорошие хейтеры, я просто вас всех благодарю за то, что вы у меня есть. Если бы вас не было, хотя я вас периодически вас удаляю, блокирую вас, вот, ну вы ко мне опять постоянно так, вы знаете, как так змеюка вот так вот заползаете, вот такую... заползаете ко мне, кусаете меня, вот. Но это, мне кажется, также самый такой главный... элемент в нашем ютуберском деле, когда есть хейтеры у тебя, есть твои недоброжелатели, есть те, которые тебя ненавидят и готовы тебя сожрать вместе с своим, или с моим, или с вашим, или с нашим говном, как говорится. Вот. Хейтеры – это наш успех, я так считаю. Девчонки, мальчишки – мои дорогие видеоблогеры, если у вас появились хейтеры, которые вам готовы насолить, которые готовы вас обгадить, обкакать, вот, не обращайте даже на это внимания, потому что это ваш успех. Ваш успех – это хейтеры. Они у вас появились, все, значит, вы успешный человек. Значит, ваш канал достиг чего-то такого. Так что, мои хорошие хейтеры, я вас просто всех очень даже люблю.
Я вас так всех люблю, что вы даже не можете себе представить. Потому что когда есть хейтеры, тогда есть успех у канала. Всем хейтерам моего канала большой-большой привет. Всем спасибо за внимание. Была с вами Елена. Увидимся. Мои вы хорошие. Я вас всех просто-напросто обожаю. Thank you.